Кибератака на медицинский центр в Голливуде. Хакеры блокировали компьютерную систему больницы и требуют у руководства медучреждения выкуп за восстановление доступа в размере 3,5 миллионов долларов. Сообщается, что персонал госпиталя вынужден вручную вести истории болезни пациентов и обмениваться данными наблюдений по телефону и факсу. Представители Лос-Анджелесской больницы утверждают, что личные данные пациентов остаются в безопасности. Однако в результате кибератаки врачи не могут полноценно вести лечение и производить ряд анализов и обследований. Расследованием инцидента занимается ФБР. Редактор